День Победы, 9 мая, в прямом эфире на национальном телевидении Чувашии. Смотрите в 9 часов 55 минут церемонию возложения венков к вечному огню в мемориальном парке Победа в столице Чувашии Чебоксарах. В 11 часов около национальной библиотеки встреча участников всероссийской акции «Бессмертный полк». В 11 часов 50 минут трансляция с Красной площади традиционного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона и парада военной техники. Сразу же после окончания на Красной площади пройдет «Бессмертный полк». День Победы, 9 мая, на национальном телевидении Чувашии. Видеоверсию праздника смотрите в 19 часов 30 минут.